Я рекомендую и даю некий подарок, называемые мудры, мудрые особенные. К этим мудрам я привязал некоторые руны, так что те, кто будет использовать эти мудры, они получат поддержку руны, поддержку мою. Некоторые из них имеют особый статус, скажем так. Первое, самое простое, мудро. Мудра — это любые комбинации вот пальцев любых, и не только, и положение тела, и все остальное. Так вот, достичь еще большей синхронизации помогут объединение ментала, некого физического положения тела и дыхания. Ну, дыхание рекомендую. Я давал некоторые техники, как совместить дыхание, сознание, ментал, то есть квантовое. Осознание, квантовый уровень, астральный уровень и эфирный уровень. Ну, могу сказать еще. Очень интересно помогает проникнуть вглубь себя техника, как поиск перехода. То есть между вдохом и выдохом или выдохом и вдохом есть некое состояние. Если попробовать пытаться понять момент перехода, то можно углубиться в себя немножко больше. Ну, вернемся к нашим рунам, точнее, к нашим любимым мудрам.